На Амурском судостроительном заводе, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, прошла церемония закладки нового корвета проекта 20385 «Ретивый». Корабль предназначен для Тихоокеанского флота России. Об этом сообщает Машньюз со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, новый корвет заложен под наименованием «Ретивый», говорится в сообщении. Это 10-й корвет проекта 20385 для Тихоокеанского флота. Работа над ним стартовала на заводе в апреле текущего года. Головной корабль проекта – «Гремящий» с 2021 года проходит службу на Тихоокеанском флоте. Корветы «Буйный», «Разумный» и «Быстрый» проекта 20385 также строятся на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота и находятся в разной степени готовности.